Друзья, посмотрите, какие красавцы. Это у нас купеобразный кроссовер Чанган CS85. Появился в продаже совсем недавно. Под капотом здесь турбированный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 224 лошадиных сил, работает с полноценным 8-ступенчатым автоматом. Тип привода передний. Если хотите полноприводную версию, можно рассмотреть к покупке Unikey. Это уже полноприводный кроссовер с таким же силовым агрегатом, как в CS85. Кстати, давайте зайдем под Unikey и посмотрим, как у него устроено днище. Может, мы там что-нибудь найдем интересное? Пойдемте. Наикрутейшая выхлопная система. 4 трубы. Сам глушитель раздвоен. Выполнен из алюминизированной стали. Очагов коррозии я не вижу, не считая сварочных швов. Задняя подвеска у нас многорычажка. На рычагах это у нас алюминиевые рычаги, пружины. Вот так вот выглядит дифференциал заднего моста, задней оси, шруса, этикеточки. Ставьте на паузу, записывайте номера, вдруг вы ищете комплектующего для вашего автомобиля. Топливный бак пластиковый, кардан на крестовинах, как на настоящем внедорожнике. Алюминиевый экран, резонатор. Днище у нас покрыто катафорезным грунтом, шовный герметик. Есть шумопоглощающая антикоррозийная защита. Здесь кусок, здесь кусочек. В общем, кусочками. Чанган любит делать такую антикоррозийную защиту. Мы уже смотрели CS35, и там аналогичная антикоррозийная защита днища. То есть кусочками. Там кусочек, там кусочек, там кусочек. И вот здесь вот яркий пример. Почему не сделать полностью? Не знаю. Чанган решил идти таким методом. Здесь у нас промежуточный подшипник. Топливопровод и трубки тормозной системы не закрыты. Подрамник. Передняя подвеска типа Макферсон. Рычаг также опять алюминиевый, как и на задней оси. Нижняя часть двигателя прикрыта частично. Здесь у нас пластиковая защита. Коробка, поддон. Поддон, обратите внимание, алюминиевый. И ничего здесь нет. Нет никакой металлической защиты. Я бы себе что-нибудь поставил, потому что на полноприводном автомобиле всегда охота залезть в какое-нибудь бездорожье. Но с таким днищем лучше туда не залезать. Вид спереди. Агрессивная решетка радиатора. Датчики парковки. Радар. Светодиодная оптика. В общем, вот такой вот Unikey у нас. Чанган Unikey. На полном приводе. Стоимость 4 600 000 рублей. Ну как вам, друзья, китайский премиальный кроссовер? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. До новых встреч!